Say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Итак, огромный привет, мои дорогие подписчики. Также всех случайно заглянувших приветствую. Наконец-то закончился мой карантин. Я сдала последний тест на днях. Тест отрицательный. И, соответственно, я могу гулять. Я свободна. Мне понравилось, знаете, такое последнее сообщение, которое прислали мне. Я вам потом его как-нибудь зачитаю. Я, в общем, очень долго ржала. Там в конце, знаете, написано, что типа, да, мы понимаем, что вам было очень трудно соблюдать самоизоляцию и что-то там бла-бла-бла. Но вы всегда можете обратиться к нам за какой-то там психологической помощью. Класс вообще, да? Как устроена жизнь? Если вы тряхнулись кукухой на карантине, не переживайте, вот вам номер телефона. Да, это было сложно, ну а что делать, что делать? Позвоните. Так, как вы думаете, давайте проголосуем, пора ли мне звонить или не пора? Или я здорова, или нет? Так, что, чем я, собственно говоря, трясла и что хочу сегодня делать? Это дрожжики, привезла их из России. Запас дрожжиков. Почему? Тут их можно найти, конечно, вообще не проблема, но не везде. И цена на них какая-то, ну, такая вот прям вообще. Вот, поэтому я в этот раз такая была запасливая, взяла с собой. Хочу сегодня испечь пиццу и плюшечки пиццу хочу испечь, потому что в холодильнике скопились ингредиенты такие достаточно ценные и вкусные, но их уже не хватит на какой-то там зайти полноценный ужин или обед. Все это зачахнет, сейчас завянет, зачем оно надо? Сейчас из этого я сделаю вкуснейшую пиццу на ужин. И, ну, а плюшечки просто решила, что-то захотелось мне вот плюшечек каких-то. Ела-ела эти корейские печеньки, наслаждалась. И сейчас приелось мне и захотелось что-то какого-то, знаете, родного. Ой, я такая заспанная вообще. Я встала по зову стиральной машинки, ну, как я встала сначала с утра рано, когда муж ходил на работу, загрузила стиральную машинку. Вот, и по зову машинки встала. Машинка новая, ее вчера только привезли, и я первый раз услышала... какой она издает сигнал. Это, я не знаю, это похоже на какой-то гимн. Я думала, там, ну, пилик-пилик, и музыка закончится, она все пиликает и пиликает, пиликает и пиликает. Такой, знаете, гимн домохозяйки. В общем, как-нибудь потом вам запишу, да, послушайте, это что-то. Я просто лежу такая в кровати и просто ухахатываюсь. Машинка меня зовет, вызывает, я смотрю, лежу и не иду к ней. Реально такое вот прям, знаете, маршировать, маршируя в танце. Вот она призывает к этому звук. Маршировать так в танце, продвигаясь, значит, к стиральной машине. Вот такая вот стоит. Ладно, пойдемте тесто замешивать. Так, девочки, пошел процесс. Вот тут вот маленькая кастрюлька теста на плюшечке. Видите, уже там вспотело, поднялось. А вот тут вот на пиццу тоже поднялось, в принципе. Что-то вы быстрое какое-то оно. Я так быстро не умею. Подождите. Подождите, не начинайте без меня. Итак, плюшечки готовы. Прям классика. Классика. Пахнет обалденно.
Так, извините за фоновые шумы. Тут стиралка опять работает. Весь дом гудит. Муж вернулся уже с работы. Так, тут курочка зажарилась для пиццы. Сейчас и пицца будет готова. Так, все готово. Еще решила немножко оливковым маслицем полить сверху. Ох, Ари, не треснет? Спросите меня. Не треснет. Вот такая вот супер калорийненькая. Сейчас будем дегустировать, что получилось. Единственное, за что я всегда переживаю, это за соль. Будет ли солоно, пересолоно, недосолоно. Вот как-то так. Ну, надеюсь, будет хорошо, вкусненько. Еще сверху зеленушечки побросала. Это какие-то, ну, типа салатных листьев, какой-то был салатный микс. И вот чтобы он тоже не завял в холодильнике, я его вот сюда вот покрошила. И сырочку сверху. Вкусно! Конечно, Болонья. Так, ну что, покушали мы вкусно. Такая тяжесть нереальная. Давно не ела столько мучного вообще. И плюшечку одну съела, и пиццу. Сейчас займусь домашним хозяйством. Тут есть что разбирать. Много всего после ремонта. Конечно, полный хаос в квартире, хотел сказать, в доме. Полный хаос в доме. Вот, буду заниматься домашними делами, и потом пойдем прогуляемся, пока не стемнело. Не хочу что-то по темноте. Вчера выходили, уже темно было, поздно. Вчера у меня был первый такой официальный день, когда мне можно было выходить на улицу с 12 часов. 12 числа с 12 часов мне разрешили выходить после самоизоляции. Вот такая вот, вот такая вот система. Многие осуждали, не понимают, что такое вообще. Ну, это же не я придумала. Я тоже нахожу эти меры в какой-то степени абсурдными, потому что, ну, всего не предусмотришь. В любом случае, человек где-то как-то может с кем-то проконтактировать. Уже тот факт, что ты там прилетел в огромном самолете с огромным количеством людей, стоял в очереди, потом все равно ты, когда едешь домой, ты с кем-то контактируешь. Конечно, в общественном транспорте запрещено домой ехать. Только в выделенном транспорте для тех, кто прилетел. Либо же, ну, тоже, либо поезд, либо автобус, да. Но для тех, кто прилетел. А не то, что ты там с обычными людьми катаешься, которые никуда не летали. Либо там специализированное такси, либо кто-то из родственников может встретить. Но опять, как многие мне писали, вот вы ехали там в одной машине. Да, вот так вот как-то получается, вот так вот. Абсурдно. Но это как бы разрешено. Это не запрещается. Вот такая вот интересная история. Арина. Так, все, я готова. Я собралась. Мы идем гулять. Моя старая сумочка, смотрите, она меня дождалась. Она ждала меня здесь, и она меня дождалась. Ну, конечно, немного уже выцвела. Жаль. Я ее так любила. Ну, смотрите, с топиком сочетается неплохо так. Пойдемте. О, кто-то за дверью плачет, не хочет расставаться. Что такое? Кто там не хочет? Арина! Ариночка, с нами пойдешь? Вечер прохладный сегодня. Прогуляться одно удовольствие, особенно после такого тяжелейшего дня. Впечатления у меня, конечно, неповторимые. Я такого давно не испытывала, знаете. Давно я так не увязала в какой-то тупой бытовухе. Вот реально тупой. Если, когда мы с вами говорим о быте, вы имеете в виду это, да ну его нафиг, тогда вообще такой быт, серьезно. Что за бред? Вообще ненавижу накапливать дела, но сейчас такая ситуация была, что накопились. Конечно, не я их копила, но... Ну вот так вот. Нет. Кто накапливает дела, мне кажется, проигрывают дважды. Во-первых, когда вы их копите, вы живете в постоянном страче таком, скажем, прямо откровенно, да? Ой, что я буду мыть одну тарелку? Не буду мыть, буду копить. И вот живете с грязными тарелками постоянно, с корзиной грязных вещей, в постоянном сраче, а потом ухайдокиваетесь, пытаясь там все это за один день ликвидировать.
Это не мой вариант, конечно. Вот сегодня я в таком стиле пожила, из меня это вообще всю энергию высосало. Ну что ж, давайте о чем-нибудь позитивненьком. Смотрите, какой райончик. Мы пришли на прежнее место, где гуляли в прошлом году. Смотрите, тут новое поступление. Смотрите, какой-то новый котик. Обормотик. Мы такого раньше не видели. Тут был рыженький. А этот, смотрите, какой красавчик. Приблизим его. Ой, какой красавчик. Ой, какие меха. Ой, какие меха роскошные. Что-то они не подходят кушать. Боятся, наверное. Мы купили им консерву. О, нет, подкрадывается, подкрадывается. Вон рыжик крадется. Я там положила на бордюрчик. О, да, нашел, кушает. Ой, красавец какой. Какой хорошенький. Ну, тут какая-то молодежь. Да, я про тебя говорю. Молодежь какая-то тусуется. Раньше были такие взрослые коты, а это молодежь. Что, тоже хочешь? Иди сюда. Выглядывает он. Этот прям такой вот дикий, прям окрас у него. Дикий окрас. Красавец. Ой, муж мой так располнел за время моего отсутствия вместе с котом. Отрастил грудь 5-го размера. Ну ничего, сейчас он войдет в форму. Будем гулять, как и раньше. По вечерам. Я не особо экономлю его энергию, потому что он тот человек, которым надо ее тратить. Да, ходить. Когда он недостаточно тратит энергии, он не знает, куда себя деть вообще. Как малое дитя вообще бесится, балуется, капризничает. Вот реально вот капризничает. Про взрослого человека вроде так ну, не скажешь, да, нельзя так говорить, что капризничает. В смысле, да? Что ты имеешь в виду? Ну вот реально капризничает, как маленький ребенок. Дурачиться начинает. Поэтому надо обязательно батарейку его сажать в ноль. Тогда все будет спокойно. Посмотрите, какое офигенное дерево, как цветет потрясающе, какие огромные цветы. Что это за дерево, интересно? Если кто-то знает, напишите. Сейчас мы приблизим, качество картинки, конечно, пострадает, но вы сможете увидеть. Встречают нас, все очень рады нас видеть. Что это такое? Кто это уже что-то тут отгрыз, нагрыз? Что? Что такое? Заскучились? Так, попу уберите. Обзор покупочек. Вот такие вот пакетики. Бюджетненько так можно. Бюджетненько и симпатичненько упаковать подарочки. К ним вот такая вот наклеечка. Тут сверху подворачивается вот так и заклеивается. Горшочки. Буду огородничать завтра. Совочек. Это... Ну, кошки подрали, там надо на двери поменять уплотнитель и батареечки. Вот такая вот, вот такие вот покупочки. Это все по 1000. 1000. Это тоже 1000. Ну, короче, сегодня почти все по 1000, кроме совочка. Совочек 1500. Эти три горшочка из такого прочного, добротного пластика тоже 1000 за 3 штучки. Так, что это вот? Это вот у нас замучер такой. Выдрали уже откуда-то. Так, еще вчера вот такую штуку купили. Муж выпросил, говорит, купи! Мне надо. И что вы думаете, он на ней не стоит. Это, короче, такая акупунктурная штука. Становишься, она надавливает тебе на все жизненно важные точки. И ты просто орешь от боли. Вот такая вот штука. Ну, знаете, без тренировки, да, конечно, больно. А если вот так вот сначала ногой поразминать потихонечку, чтобы ножка привыкла. Вот.
и потом встать, тогда нормально. Даже какое-то, знаете, потом самочувствие улучшается после этой процедуры. Ну, короче, муж просил, но ему в итоге эта штука не понравилась. И он выискал вот там надпись где-то, что написано, что типа для женщин полезно, там в районе пятки есть точка. Наступай, короче. И исцеляйся. В общем, вот так вот он вышел из ситуации. Вчера был день, когда я платила, сегодня день, когда муж платит. И вот он вчера, давай купим. Ну вот, купили. Ну, я буду, короче, пользоваться. Мне, в принципе, понравилась она. Прикольненькая. Прикольненькая штучка такая. Что, красавчик мой? Мой красавчик. Вредители. Папка заменил. Заменил уплотнитель. Идите, проверяйте. Светятся такие. Старательные. Нагрызли. Вот новенький. Новенький уплотнитель. Зацените. Будет что погрызть. Совсем новенький. Блин, пылесошу по 3 раза в день. А все какие-то дерунцы. Грызунцы и дерунцы, да, малышки мои? Ну, зато весело и динамично. Смотрите, какая интересная мороженка. Бисквит и посередине мороженое. Потом вас как-нибудь познакомлю с ассортиментом мороженого, которое здесь есть, потому что здесь такие виды, которых я вообще не видела в России. Здесь просто вообще какое-то безумие. В хорошем смысле этого слова.